Всем привет! Сегодня 1 сентября. Сегодня у нас Арташик идет 4 класс. Он уже готов. Ануш Муркур тоже готова. Там мама его готовится. И Артурик тоже уже готов. Сейчас покажу Артурика. Вот Артурик тоже готов. Школа. А он сегодня пойдет в школу. В следующем году он пойдет в первый класс, да? Бегом, 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 бегом. Давай, давай, быстрее, Санк Спасом. Пиццера, открывай. Артащик, пока. Мы с Артуриком пойдем в первый класс. Кстати, у меня тапочки новые, но это не мои. Это Анахид дала мне поносить здесь на 1 сентября. Все, идем. Шонаке. Здесь вот такие мины по пути в школу. Но благо, что нету грязи. Ой, будем чистенькие. Мы уже дошли до школы. Вот наши детки играются. И вот Карин тоже здесь. Милена. Сегодня все такие красивые, дети и их родители. Все приготовились к празднику. Այս տարի մեր դպրոցը համալրվելու է 15 աշակերտով, ուղիղ այնքան, որքանով, որ պետք է պակասի ուսումնական տարվա ավարակներով։ Արի գալուստ, ազար ողջույն։ Это они, и Артурик ее очень сильно любит. Уже понятно по объятиям, да? Он соскучился, несколько дней, кажется, ее не видел. И здесь красавчик Арен. Кто-нибудь помнит его из прошлых влогов? Ну и все, мы приехали домой. У нас гости, мы сидим, чай пьем, кофе. Дома снимать не буду, и стесняюсь, и не хочу, чтобы гости стеснялись. Так что было все хорошо. Надеюсь, получится хорошее видео. Кроме того, что сегодня 1 сентября, день знаний, первый день школы, здесь еще и свадьба сегодня. Дети вышли на улицу, будут закрывать дорогу машинам. И машины остановятся, дадут деньги детям, чтобы они открыли дорогу. Есть такой обычай. Теперь дети все вышли,
И я жду, буду снимать, что они делают, сколько они заработают на сегодня. Ну вот. И посмотрите, сколько детей собралось. Все хотят заработать. Вот эти три наши дети, которые сидят. И вон столько там ждут. Вот приехал кортеж жениха. Теперь веселье начнется. Сейчас начнутся еще торги. По-моему, сейчас торговаться не имеет смысла, потому что сейчас они приехали за невестой. Когда уже невеста будет в машине, тогда уже могут торговаться. Но этим детям невозможно что-нибудь объяснять. Они хотят заработать деньги, вот они и начинают. А торговаться они будут со свидетелем, он и будет им деньги давать. Так что, если кто-нибудь будет свидетелем на армянской свадьбе, знаете, что надо готовить мелочь. На всякий пожарный, потому что могут и у вас закрыть дорогу. На этом этапе они торговались и открыли дорогу. Посмотрим, что будет дальше. Я деткам сказала, что если они пойдут с Макаром вместе, будут танцевать на улице, они дадут потом им больше денег. Теперь вот, посмотрите, они танцуют с ними вместе и спускаются к невесте домой. Незваные гости, вон дети! Вот, он заработал 2000 драм. Молодец. Пока в доме у невесты проходит большое застолье, дети будут их ждать здесь и будут играться, пока они не выйдут у них с невестой, чтобы второй раз попробовать закрыть им дорогу и заработать чуточку денег. Они будут себе покупать на эти деньги конфеты, жвачку, не знаю, мороженое и будут пировать. Ребята уже на позиции, ждут, охраняют машину невесты. Эдгар, как мы? А пока ждем, я их сфоткаю, на память оставлю. Все уже выходят, и посмотрите на Милену, как она радуется, как хлопает, как ждет. Мы все ждем, мы все хотим посмотреть на невесту, на жениха. Тоже танцы закончились, теперь невеста садится в машину, и детки будут закрывать им дорогу. Так как есть такая примета, что во время свадьбы, когда берешь свадебный букет, то следующая будешь ты. Я забрала вот такой букет. А в это время Армине испекла пиццу. Очень вкусно получилось, так всегда. И мы все довольны, и теперь сыты уже. Все, мы все спим. На сегодня хватит с нас.